Сегодня в зале присутствует Магизат Шахбановна Магомедова, мать героя России капитана Исрафила Магомедова, который показал пример подлинного служения отчизне и отдал жизнь ради победы в специальной военной операции. Декабря в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина Исрафил Магомедов был удостоен золотой звезды Героя Российской Федерации. Спасибо вам за сына. Диски вам потом. Спасибо.